2007 года рождения, период с 27 сентября 2005 года по 28 ноября 2007 года в городе Кусна и городе Осна, являясь генеральным директором АО «Казнефтехим», учредителем ТО «Казким Болотно» и фактическим руководителем консорциума, в состав которого кроме указанных предприятий входят ТО «Казнефтехим Коммерс», ТО «Казнефтехим Копа», а также являясь фактическим руководителем ТО «Компания Центр Стройсервис», ТО «БК НФ» и ТО «Алматы Коммерсант», группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами бескорыстных повреждений, действуя с единым умыслом, направленным на хищение государственных денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц АО «Банк развития Казахстана», совершил тяжкие преступления против собственности и сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах. Так, 20 апреля 2004 года в городе Кусная на аукционе по реализации конкурсной массы АО «Кусная-Химволокно», проводимым комитетом по ликвидации и реорганизации предприятий Кусная-Сибирской области, АО «Казнефтехим» было признано победителем. В состав конкурсной массы входил производственный комплекс завода по производству химического метеорбитного волокна «Пенелон», в дальнейшем представляемый по торговой маркой «Армикс». Стоимость привлеченной конкурсной массы основных средств составила 203 321 041 тенге, из которых оборудовано на сумму 177 243 тысячи тенге. На основании договоров по передаче имущества основные средства, привлеченные на аукционе, были переданы в учреждение Киришевым 20 2004 года по «Казским волокном». Далее, 28 ноября 2005 года, ТОО «Казским Волокно» по инициативе Киришева подал заявку в АО «Банк развития Казахстана» на рассмотрение вопроса финансирования проекта по запуску и реализации технологического комплекса по производству продукции «Армикс» на счет кредита указанного банка на сумму 9 миллионов 500 тысяч долларов США сроком на 10 лет. Кроме того, согласно представленному Киришевым в АО «Банк развития Казахстана» инвестиционного проекта, помимо кредитных денежных средств, АО «Казнефтехим» обязалось самостоятельно финансировать указанный проект на сумму 7 миллионов 154 385 долларов США. Однако Киришев преследует корыстные цели, направленные на хищение денежных средств в крупном размере, достоверно зная, что Банк развития Казахстана диктует только проекты, имеющие особое значение развития промышленности Республики Казахстан, не имея намерения реализовать на базе завода ТОО «Казским Волокно» проект на запуск и реализацию технологического комплекса производства «Армикс», в группе лиц по проектному сговору с международными лицами путем обмана и злоупотребления доверием работников указанного банка искусственно создал условия, отражающие благополучное финансово-хозяйственное состояние АО «Казнефтехим», а также предоставил банку заведомо ложные сведения, которые положительно сказались на принятии последнего решения о финансировании проекта, а именно представил банку перечень оборудования, которое якобы необходимо приобрести на съемные денежные средства, которое должно потопить залог в будущем, часть которого на сумму 2 миллиона 22 500 тенге приобретено из конкурсной массы АО «Казнефтехим Волокно» и на сумму 112 миллионов 150 тысяч 647 тенге приобретено у сторонних предприятий в период 2005-2006 года, то есть уже имелось в наличии. Увеличил балансовую стоимость приобретенного на торгах для сторонних предприятий оборудования с 174 миллионов 773 тысяч 47 тенге до 801 миллиона 74 510 тенге путем проведения бестоварных сделок по купле-продаже из ТОО «Казким Волокно», специально созданных для указанных целей и лично руководимых им предприятий, зарегистрирован ряд работников АО «Казнефтехим», а именно через ТОО «Алматы Коммерсанты», ТОО «БК НФ», ТОО «Компания Центр Стройсервис» и снова ТОО «Казским Волокно». Предоставил банку договор о создании консорциума и совместной хозяйственной деятельности его участников от 21 декабря 2004 года, в который входят ТОО «Казским Волокно», «Казнефтехим», «Казнефтехим Коммерс», «Казнефтехим Транс» и «Казнефтехим Копа», которые практически управляют самим Киришевым, а также сведения о положительной финансово-хозяйственной деятельности консорциума. Договор о финансовой помощи от 2 сентября 2004 года, согласно которого «Казнефтехим» обязался осуществлять финансирование ТОО «Казским Волокно» сроком до 31 декабря 2010 года. Положительную аудированную финансовую отчетность компании за 2005 год, а финансовую отчетность за 2006 год при рассмотрении вопроса о предоставлении кредита не предоставил, тогда как в 2006 году компания имела большую кредиторскую задолженность, что отрицательно повлияло бы на принятие решения о предоставлении займа. Договор номер 46 5 апреля 2007 года, заключенный между ТОО «Казским Волокно» и ТОО компании «Центр Стройсервис» на поставку нового технологического оборудования на общую сумму 2,1 миллиарда тенге. Контракт на реализацию нефти, заключенный между ТОО «Казнефтехим Копа» и компанией «Милтон Химпекс Лимитед», от дохода по которому планировалось погасить кредит и финансировать проект. Таким образом, Киришев и неусловные лица ввели заблуждение работников руководства АО «Банк развития Казахстана» относительно положительного состояния финансово-хозяйственной деятельности группы компании АО «Казнефтехим» о финансировании проекта за счет средств АО «Казнефтехим» и ТОО «Казнефтехим Копа», стоимости ликвидности залогового имущества и поставки товаров ТОО компании «Центр Стройсервис», ТОО «Казским Волокно».
Более того, компания «Политис» стала консорциумом в 2007 годах, имели задолженность перед кредиторами, составляющие 12 миллиардов 6 миллионов 590 тысяч тенге, из которых непокрытый убыток в сумме 1 079 580 тенге, залоговое имущество не соответствовало фактической стоимости, представленной Киришевым для заключения договора залога, и большая часть являлась неликвидным. Приобретенный период 2005-2006 годов новое оборудование в залог представленного не было. Часть оборудования, которое должно было приобрести ТОО компании «Центр стройсервис» для ТОО «Каским волокно», подлежащий залогу в будущем, приобретено из конкурсной массы АО «Каским волокно» и у сторонних предприятий, то есть уже имелось наличие финансовой помощи после получения займа ТОО «Каским волокно» не оказывалось. В результате исследования представлены бабу документов 2007 года между АО «Банк развития Казахстана» и ТОО «Каским волокно». В рамках указанного проекта заключен договор банковского займа на сумму 9 538 348 долларов США. Согласно условиям договора, денежные средства должны были использовать на приобретение нового технологического оборудования, указанного в предложении договора залогового имущества, поступающего в будущем. Фактически часть которого была уже приобретена АО «Казнетехим» в 2004 году на торгах при процедуре банкротства АО «Казнетехим» блокнот и до получения кредита в АО «Банк развития Казахстана» в 5-6 годы, а другая часть не поставлялась вообще. На основании заявок эффективно акт работ между ТОО «Казнетехим» блокнот и ТОО компании «Центр стройсервис» последний период 17 августа по 26 ноября 2007 года получилось со счета ТОО «Казнетехим» блокнот в АО «Банк развития Казахстана» денежные средства в общей сумме 823 161 762 тенге, якобы для приобретения и монтажа технологического оборудования. После начала периода доступности банковского займа Киришевым с целью убеждения о намерении запустить производство, обеспечения дальнейшего финансирования проекта банком и завуалирования своих преступных деяний, не имея наличия всего необходимого оборудования, технологических цепи, с первого транша займа приобретено химическое сырье на сумму 52 559 000 тенге, мер по использованию которого для запуска продукции предпринято не было, а после поставки она была помещена на склад ТОО «Шаруа» и находится в нем до настоящего времени. Остальные денежные средства на нарушение условий договора Киришевым не были использованы на приобретение оборудования для реализации указанного инвестиционного проекта, вследствие чего до настоящего времени ТОО «Каским волокно» условия договора не исполнены с момента доступности займа до настоящего времени, вознаграждения по кредиту и основной долг не погашались. Новое оборудование технологического комплекса по производству продукции «Арникс» поставщиком ТОО компании «Центр стройсервис» не поставлено. Кроме того, по представленному банк договора об оказании финансовой помощи от 2-4 года после начала периода доступного займа обязательства по финансированию ТОО «Каским волокно» Киришев не выполнил. Тем самым Киришев, укрыт лицо по этому сговору с неустановленными следственными лицами, похитил полученные в качестве займа государственные денежные средства и использовал по своему усмотрению, чем причинил банк АО «Банк развития Казахстана» крупный ущерб. Далее, 8 ноября 2007 года Киришев...